Американского конгресса вернулись представители колоний Массачусетс. Обещано возобновление переговоров с богатками. Я лишку не запрошу. Король поощряет образование в колониях. Указом только взгляните, какие тут сокровища. Зачем тратить время? Все, что можно понадобиться, здесь. Поделитесь этим чудным рецептом. Чьими-то кознями, которые мы не можем разгадать. Надеюсь, вы правы. Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Прелестно. Чарльз. Сэр.
Кажется, не только мы ищем мистера Чорча. Черт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Наш самый большой корабль задержали в рейсе. Вкуснейший джем и желез фермы на вашем столе. Значит, вы применяете щелок за целый час? Не слышала о таком. Нужно попробовать. Написать его, родным, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели. Они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Заболели? Обратитесь к квалифицированному врачу. Городской медицинский реестр всегда к вашим услугам. Вырядился. Высочка. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Веселитесь, отдыхайте в любое время года. Музыкальные услуги Белло, Эрфорд и Фрук. Свежая Уитли Андерфрайзер. Они даже угрожают. Живу, а просто смыться из города я не могу. У меня семья, да и работа вся здесь. Если ничего не предпримем, пойдем по миру. Или давай подпрыгиваем. Эти мерзавцы ни перед чем не остановятся. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Мне
невероятно. Кошка о трех лапах загнала на дерево пса. Просил торговцев. Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва. А те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Лицо как картошка. Не сказали, в чем дело? Нет. Пустяки, детка. И он скоро вернется. Я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? В вершине холма. Может, в форте есть врач? Ты же пройдешь. Ничего не найдешь по приличному. И он говорит Чёрчу, так или иначе долг надо платить. Я ему не даю. Моего друга убили у меня на глазах. Поточнее, что случилось? Их было трое, нет, четверо. И все явно с подмоченной репутацией. Они несли пятого. Он был избит без сознания. Томас, дурак, хотел помочь, так его зарезали. И просто ушли, будто так и надо. Будто все в порядке. Куда они пошли? Я не знаю. Я все пытался остановить кровь и... Постарайтесь же вспомнить! Туда, кажется... Фронтоватый какой джентльмен! Видите? Мы скоро отыщем Чёрча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Орден ставит восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе.
Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Вот так-то. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите! Возможно, я поторопился с отказом! Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлас, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь! Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство.
Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Сократы, наверное, ваши родители, что вырастили такое. Браво, парень! Все, умри! Вот вы кто. Тем и горжусь. Повезет. Эй! Я здесь, негодяи! Эй, трусы! Я здесь! Держи его! Все, умри! Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч, и я все объясню.